9 раз боевики обстреливали позиции украинских военных в зоне АТО. При этом активно использовали запрещенные тяжелые калибры. Так, на Луганском направлении из минометов 120-го калибра противник бил по армейским укреплениям в районе Новозвановки, Луганского и Троицкого. Под Попасной в ход пошли минометы 82-го калибра. На Приморском направлении бои в Широкине, но наиболее напряженная ситуация под Донецком. Там боевики использовали даже бронетехнику. На Донецькому напрямку загарбники понад годину обстрілювали з танка, гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів наші опорні пункти довкола Пісків. Унаслідок ворожих обстрілів отримав бойове травмування один український захисник.